У войны не женское лицо. И все же женщина всегда остается женщиной, возлюбленной, матерью, женой, хранительницей и созидательницей жизни. Отмечая годовщину победы в Великой Отечественной войне, нельзя не вспомнить тот вклад, тот героический и трудовой подвиг, который совершили женщины Советского Союза в целом и Артемовской земли в частности. В историческом музее вспомнили имена артемовских женщин-медиков, чьи золотые руки спасли не одну сотню армейских жизней. В честь празднования Дня Победы сотрудники музея подготовили для собравшихся трогательную программу с песнями, стихами и сценами военной жизни. Солдатские прачки весны 45-го года. Вот вы предо мной устало стоите. Снимается дымная пена в корыте. А первое чистое синее небо. Такое забудешь едва ли. И ваши руки его простирали. И любовь, и мечты. Счастье мое. Краила путеводная звезда. И вот она, девчонка, медсестра. Женщины-медики спасали жизни солдат на войне. Врачи, санитарки, медсестры – всем этим женщинам с несгибаемым характером, с твердой рукой и милосердными душами посвящали свои песни ныне живущие артемовские женщины – матери, жены и сестры. Ой, что над тобой, видишь, что ты рядом и что живой, если снова бой, вся моя любовь устремится первой, теряя кровь. Мы уйдем от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины.